Так, сегодня у нас 1 июля 2018 года. У нас идут дожди, и вот мы стоим со своей поломкой. Естественно, я не знал и не обратил на это внимания. Здесь у нас стоит вместо предохранительной муфты звездочка со срезным болтом. Естественно, болт срезало. И сейчас мы мучаемся. Ставили мы несколько раз эти болты, но пока ничего не получается. Но этот, так что думаем, что сделать. Сейчас поедем за хорошими болтами и будем этот узел доделать. Но видео, само видео не об этом. Я хотел бы в этом видео вам рассказать, что не нашел я путной информации, то есть полной информации, класс Роланди 46, а именно об вязальном аппарате. Суть проблемы в чем? Как перейти с нитки на сетку? Потому что у нас стоит и нитка, и сетка. Я специально брал, чтобы была такая возможность. Потому что в чем проблема? Закатав около 120 рулонов, мы потратили около 6 бобин, наверное. Ну, я примерно сейчас точно не буду утверждать, но 6 бобин нитки стоит у нас. Сейчас я покажу. На сколько там, 14, но на минималке нитка стоит у нас. То есть, кто понимает, увидит, что у нас верхний ролик стоит на минималке, то есть в меньшем положении шкива, ручье шкива, и он, то есть, быстрее прокручивает, и из-за этого весь механизм быстрее прокручивает, из-за этого и нитки уходят меньше. Но по сравнению со 145-м, я считаю, что это очень огромный расход нитки. Так, сейчас хотел показать, значит, схема есть, как подключать бобины. Значит, вот сам механизм, вот этот вот он срабатывает и подает нитку. Тут у нас, конечно, деятель маленько неправильно, это прижимная часть сетки. Так, здесь схема у нас есть. Я показываю, как заправить нитку, вставить. На этой стороне у нас схема ремней, то есть как должны этот подсоединять, вставиться ремни. Так вот, стоит этот. Сейчас мы хотим, сейчас на эту сторону перейду и покажу. Значит, хотим мы перейти на сетку. Сетка у нас есть. Что надо для этого сделать? Значит, вот эта шестерня, она сейчас не подсоединена. Ага, все видят, да? Вот, там стоит штопор. Значит, вытаскиваем этот штопор, шестерню задвигаем, чтобы она своим большой шестереночной частью зашла в маленькую, а маленькая зашла в большую. То есть это у нас подсоединяются вальцы сетки, протяжки сетки. Значит, здесь мы это сделали. А с этой стороны, так как у нас сейчас крутятся и вальцы, и работает также нитка, обвязный механизм. Что надо сделать? Значит, смотрим. Перешли на эту сторону и смотрим. Вот этот валец, его надо отсоединить. То есть вытащить вот этот вот штопор, который вот торчит. Вот этот штопор вытаскиваем. И у нас получается, что вот этот шкив будет крутиться в холостую.
не включая механизм обвязки ниткой. А только тот будет сеточный механизм вальца. Сейчас я сверху его покажу. То есть что у нас здесь получается? Вот этот шкив, вот этот штопор, значит, вытаскиваем его. У нас валец здесь у нас зашплинтован, он не будет, он будет просто в холостую ходить. Значит, он у нас подсоединяет, этот вал подсоединен к редуктору, как раз вот редуктор, который и включает у нас ниткообвязный механизм. Значит, мы сняли, у нас шкив крутится в холостую и крутятся вальцы тока сетки. Значит, открываем вальцы. Так, нитка у нас, смотрим схему подключения нитки. Надеюсь, видно на видео. Значит, сюда мы кладем бобину. Вот она у нас так открывается. Туда, значит, бобину положили, протянули ее. Значит, вот здесь она обходит этот валец. Дальше она пошла по этой планке, заходит за этот валец, вставляем туда и прижимаем валец, делая натяжку, чтобы он ее плотно закусил. И когда у нас включится механизм, он ее протянет и рулон его замотает. И пойдет обвязка. Ножи у нас включаются так же, как положено. Значит, нож обрезки, он стоит вон там, по-моему. Нет, вот он. Вот он. Тут видно, что он зубчатый. Сейчас я постараюсь снять нож обрезки сетки. Значит, смотрим. Вот они, зубья. Зубья ножа. И он также срабатывает при обмотке. Сам валец прокручивается. При открытии, когда выкинули рулон, у вас он, механизм заведется, вот он механизм, и заново, то есть можно будет все обматывать. Вот тяга взвода механизма. Так, ну вроде бы я все. Значит, по переходу от нитки к сетке, обвязки сеткой, вроде бы все рассказал. Ну, как на нитку перейти, все понятно, да? Почему я то это делаю? В общем, пробовали мы ниткой. Во-первых, очень большой расход нитки. Во-вторых, время действительно тратится очень много на обвязку нитки. Ну, это мое мнение, я еще не пробовал сеткой, так что как попробую, какие ощущения будут, наберу, сниму еще раз видео уже в поле. Так, ну вроде бы все.